Мам, ты сама себе делаешь плохо. Почему? Потому что... Дочь Галкина и Пугачевой увидела в соцсети новым видео. Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лиза, увидела поклонников своих звездных родителей очередным трогательным роликом. В фанатском инстаграме Лизы появилось видео, в котором 5-летняя девочка рассказывает сказку о розе. По сюжету роза росла под старинным деревом, когда кто-то подходил и укалывался о розу, колючки были волшебные. Укололся и превратился в дракона. «Все», — говорит Лиза. Алла Пугачева за кадром отметила, что роза злая. Это шипы злые, а сама роза добрая. Она спать укладывает и еще попу вытирает, — засмеялась Лиза. Артистизм в крови и генах. Как хорошо, что эти детки появились на свет Божий, хоть порадуют нас. Девочка чудо, пишут в комментариях.